Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Наш боєць біля таблички на виїзді Львова багато проговорюють, що це насправді може бути і ПСО, а можливо і ДРГ справді дійшли. Факт залишається наступним, що бойових дій біля Львова немає на даний момент. Це кажуть і ворожі пабліки, і наші пабліки. Ну, ми вчора говорили з вами, що у нас ДРГ виходять на Рильськ, на Львов і в сторону Курська, Курчатова. Тобто такий трилісник движений вдоль дорог. Тому там, звісно, ДРГ, якщо виходять, то наш в бой не вступають, якщо вона не замечена. То есть они выполняют свою задачу, в основном это доразведка, корректировка арт-огня, дальнейшие маршруты, то есть смотрят наличие минных полей для того, чтобы дальше двигаться. Но, скорее всего, операция она приведет к тому, что будет взят под контроль Рыльск, Льгов, Курчатов, то есть направление на Курск. Со стороны Глухова, то есть вот мы сейчас пока говорим со стороны Суджа, так реально это со стороны Глухова, да, там идет дорога Глухов, Рыльск, Львов, Курчатов, Курск. То есть вот эта дорога одна из основных, просто заходим мы сейчас на нее с юга, со стороны Суджи. Я не исключаю возможности, что еще будет одна операция, допустим, с севера этого вклинения. Вот мы как-то говорили с вами про вклинение российской территории в украинскую, вот если отсечь его по дороге Суджа-Рыльск, то как раз видно, что выравнивание фронта на несколько десятков километров уменьшит линию боевого соприкосновения. Это один из вариантов. Да, вот это вклинение в нашу территорию. То есть оптимально на него выходить с двух сторон. Со стороны Суджи и со стороны Глухова. Естественно, эти действия, они сейчас, скорее всего, готовятся. Но это исходя из логики развития событий на данном участке. Потому что на Львов на тот же можно выходить со стороны Суджи и со стороны Рыльска. В зависимости от возможности, от наличия сил и средств, которые выделены для этой операции, и от реальной задачи. Но то, что задача, допустим, взять как-то под контроль Курскую атом, ну это уже видно. По крайней мере, не так под контроль, как выключить ее из системы электрогенерации. Потому что все-таки, как-никак, 2 гигаватта мощности на эту площадь, это довольно-таки серьезный удар по российским военным объектам, потому одна из задач у нас она должна быть. Такой должна быть. Вторая задача, ту, которую мы уже как-то раз проговаривали, попытаться сорвать российские войска с направления восточного, она потихоньку все-таки выполняется. Вчера еще не было такой серьезной информации о том, что россияне перебрасывают часть войска. А за сутки уже, скорее всего, после вчерашних нагоняев от Путина, было принято решение перебрасывать часть войска, небольшую, по крайней мере, но часть войск Восточного и Запорожского фронтов. То есть несколько подразделений Запорожского фронта сняты из-под Работина, сняты с Часовьярского направления, с Торецкого направления. Пытаются они сейчас как-то купировать это наше движение. То есть сейчас уже вот в течение суток уже чувствуется, что россияне начали сопротивляться. Уже туда перебросаны дополнительные части, и сейчас уже наше продвижение будет, естественно, тяжелее. Ну, по крайней мере, с одной стороны, с юго-восточной и восточной. Оттуда они в основном подходят, со стороны Донбасса. Пытаются прикрыть эту сторону, как-то прикрыть белгородское направление. Прекрасно понимая, что если будет принято сейчас решение, допустим, совершить марш-бросок в тыл российским войскам в Волчанске, то через Белгородскую область это в принципе возможно сделать. Поэтому пока усиление идет у них именно со стороны юго-востока, востока. Пане Романе, також хотів би сказати про заявлені речі. Ми з вами от щойно проговорили Львів, а про те, що є, власне, можливо, там ДРГ. Точно відомо, що найглибшою точкою для просування наразі і бої, де триваються, є за 9 кілометрів від траси Рильськ-Львів. Ось продемонструю Рильськ-Львів. От, власне, 9 кілометрів є населений пункт общий колодязь. Про це кажуть самі росіяни. Я так розумію, чи може бути таке просування, щоб перебити трасу Рильськ-Львів? Ну, вийти на Львів. Це якраз от ДРГ, которую зараз ми бачили відео, це от із цього направлення, яке Суджі йде в сторону Львова, там же траса йде, ну не траса, дорога йде з Суджі на Львів,
И вдоль нее, вот колодец, она как раз находится на этой трассе, вдоль нее, скорее всего, проходят и наши ДРГ уже до Льгова, по крайней мере, до выезда, то есть до окраины Льгова подошли со стороны Суджи. Ну, а такого рода действие, вернее, движение, оно проходит в течение нескольких дней. То есть, если ДРГ сейчас зашла, не определила то есть серьезных препятствий, то дальнейшее продвижение уже войск возможно в эту сторону, в сторону Львова. А Львов, действительно, если его взять под контроль, опять же, город нет смысла брать под контроль. Под контроль берутся входы-выходы, то есть трасса со стороны Рыльска, трасса на Курчатов. Вот так это обрезается логистика, а потом уже разбираемся с теми войсками, которые там остаются, но они в основном сдаются в плен. Ну, то есть много пленных сдаются в плен, потому это оптимальный вариант. Во-первых, не разрушать города, во-вторых, меньше потерь среди мирного населения. Именно вот таким полуокружением, котлом, как угодно это можно назвать, потому что не полный котел, не полное окружение, ну, по крайней мере, оперативно это когда точно. Пане Романе, і трішки по підтверджених відеолокаціях, в першу чергу, а в нас є центр Суджі, як рухається наша техніка. Давайте подивимося, потім проговоримо. Центральна площа Суджі. Очевидно, остаточно бої за Суджу припинилися, бачимо кадри, воно пусте і, що важливо, не розбите. Про це кажуть наші бійці. До речі, це не перше відео, вже дуже багато з'явилося самої Суджі. Ходять наші оборонці, кажуть, що нікого ніде немає. Окрім цього, також є підтвердження по Дар'їно. Його було деокуповано, зайдено в нього 7 серпня. Давайте подивимось. Отходи. Да бросай вон нахуй. Подожди. Можемо констатувати, пане Романе, що вже плюс-мінус вимальовуються якісь образи цієї операції. Тим паче, що відбулася 12 серпня ставка Верховного Головнокомандувача, де, звісно ж, був і Сирський. Сирський повідомив наступне, що наразі в операції задіяно, мається на увазі, деокуповано 1000 квадратних кілометрів. Що цікаво, про населені пункти. Російська сторона, агресор, каже, що вони не контролюють 28 населених пунктів. З нашого боку кажуть, 44 вони не контролюють. Загалом ситуація наступна, пане Романе, що за останні дні найбільшим успіхом, очевидно, є це величезний обмінний фонд, поповнення. Там і кадирівці, там і строкові, там кажуть вже самі росіяни, що орієнтовно 2000 полонених. Інше, що за що вони переживають, що велика частина з цих полонених можуть бути завербовані, до прикладу, в РДК і Легіон Росії. Що ви про це думаєте? Ну, з точки зрення воєнної, удобно говорити, взята під контроль. Така-то територія, такий-то населений пункт, стільки-то площі. Потому что деоккупация немножко некорректная. Высказывание, это, кстати, наши политики тоже этим грешат иногда. Взято под контроль. Это территория России, естественно, взятая под контроль украинскими войсками при выполнении задачи обороны Сум, то есть сумского направления, с оборонительной целью взято под контроль. Это будет правильно, согласно некоторых даже конвенции, которые мы подписывали. Надо временно, причем еще добавлять надо временно, взятое под контроль. А то, что россиян тысячи сейчас в плену, значит, это как минимум 5-7 тысяч было той группировки, которая разворачивалась для наступления на Сумы. То есть это та группировка, которую мы разбили на разворачивание. То есть часть из них сдалась там действительно до 2 тысяч. Группировка изначально была стартово, это сборная Солянка. Так та же самая картина, как и в районе Белгорода. То есть они сначала собирали сборную Солянку, ничего у них не получилось, когда подтянули с Восточного фронта, подтянули части, вышедшие из боев, уже обстрелянные, и тогда они
попытались сдвинуться, и вот то, что мы видим сейчас под Волчанском. Вот та же самая картина начинала происходить в районе Суджи, за Суджей разворачивались россияне, мы их успели перехватить. Вот часть из них в плен попала, разбежались в основном. Почему все города России, которые мы сейчас, вернее, поселки, которые мы берем сейчас под контроль, они все в целом состоянии? Да потому что там не было боев как таковых, они же разбежались, реально разбежались. То есть бросали все и вся и убегали, бросая населенные пункты. Причем мы их, в принципе, под контроль, когда берем, мы там практически не находимся. Потому что оптимальный вариант, конечно, находиться за населенным пунктом, дальше двигаться, нам базироваться пока рано. Пока еще непонятно, где будет проходить линия боевого соприкосновения, потому серьезные фортификационные сооружения можно на определенных там, вторичных, может быть, линиях отстраивать для перехвата россиян, если начнут двигаться. Уже начали двигаться. То есть на данный момент уже понятно, что начинают россияне, так сказать, просыпаться. Неделя прошла, догорел этот фитиль мокрый российский, и вот они сейчас начинают выполнять эти задачи. Потому надо сейчас готовиться к серьезному уже сопротивлению по этому направлению. Но это было прогнозируемо, по большому счету, только чуть раньше. Я думаю, по прогнозам они должны были проснуться где-то на второй-третий день, но только на вторую неделю просыпаются, начинают определенные переброски. Потому, в принципе, все это видно из действий наших войск. Все движется по тому плану, по которой разработан был Генштаб, утвержден главкомом, и без каких-то таких серьезных заминок. Единственное, есть несколько моментов, связанных с действительно большим наплывом обменного фонда, то есть большим наплывом сдающихся в плен. Это все, когда больше сотни, это уже проблема. То есть еще роту как-то можно куда-то спаковать, а когда это уже несколько батальонов, а еще и до бригады доходит, это большая проблема. Поэтому, ну, я думаю, сейчас ВСП, полиция, служба безопасности с этим наплывом справятся.